Я фембойчик, да. Все. Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Фонари мне пригодятся. Вам они не нужны. Их использование здесь явно не нужное. Зачем мне Яша? Чтобы получить вот эти вот фиолетовые кубики, из которых я сделаю телепорт. Огнева еще надо, чтобы зажечь. На, Скарлетт. Зачем? Поиграй с малышкой, она соскучилась. Да давай. Я и с ней так каждый день отдыхаю. На, на. Спасибо. О боже, Скарлетт. Это было просто божественно. Скарлетт, люблю тебя. Все, иди отсюда. Сейчас, подожди, ножки трясутся. Да уйди ты. Опа. Минус один. Женщина повержена. Экстрасенсы работают. Женская проплешина в жопе. Ты что, была в Европе? Ты что, такая жопа у тебя большая? Ты шлюха? Ну ты же в Европе была. А, ты шлюха. Алина. Чем страшнее пацан или девка, тем они больше любят аниме. Вот и думай головой. Так, ведро я сделал. Пойду воды налью. Если я вот этой водой у того Яшу убью, я получу себе обсидант. Попробую Яшку вот так вот забить. Дедуля, да. А ты не можешь увеличить число глокаина в домен парте? Да все, он уже все сдулся. Ты что думал, он все? У него жена его спать выгнала. Все. Ты что думаешь, он бесконечно это троллит меня или что? Нет, все. Ой, блядь. Батя ебко, сука, а шо ж я под себя не построил тогда? Господи боже, да как же я так упал? Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно, раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму. Поэтому ссылочку я оставлю снизу. Так же, как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Да я не помню, где это было. Не помню я. Тут тупик везде. Да иди же ты на! Вот все говорят, что Валера и тупой. А вы попробуйте вот так часов поиграть, когда вас ебут. Шат в донатах и алертах фимбойчиками. Даже самые стойкие с ума сойдут и соскуфиться. Сюда, сюда.
Где мои дропы? Где моя еда? Где то, что у меня уронилось? Не понял. Я же тут был. Где то, что у меня выпало? Пацаны, где? Вот. Какой у**ок это делает? Его мать жива? Где мое место? Где моя дырка, из которой я выпал? Не пойму я. Откуда я шел? Ребята, я сейчас найду дырку, откуда я вылез. Маме позвони. Рот закрой. Как играть можно? Как возможно поиграть? Как бы поиграть, блин? Выиграть компьютерно. Ну давай забудем эту драму, забудем эту тему. Зачеркнуть лет. Я хочу поиграть в компьютерные игры. Пусть я буду не поступать. Почему мне не дают это сделать? Зубачка, соски, я все вакатем бойся. Ого, братала. Спасибо большое, заместитель. Ассаламу алейкум, Дон. Здравствуйте. Тебя беспокоит из представительства Кадырова. Деля такое, тебя сейчас смотрит сам Кадыров. И ему не нравится, что здесь находится какой-то дурачок, который все время аниме постит. Либо ты его забанишь, либо против твоего канала будет приняты очень жестокие меры, Дон. Поэтому вот и думай, и у тебя есть над чем подумать, Дон. Понял. Понял, будет исполнено. Принял. Спасибо. Я фембойчик, да. Все. Ух ты, это чего? Это что? Ой. А, это курятник. Где дрова, чтобы сделать? Ты в печку суй наверх дерево, не доски, а сам ствол, а вниз любое топливо у тебя получится древесный уголь. Я не сижу в угле, понимаешь, о чем я? Анальная моль, женская мигрень. Выйди оттуда. Уйди на с прохода. Дай пройти. Блять, как эта игра заебала. Просто, сука, пи***ц. Я сейчас отключу моблс, я не могу пройти, мне эта хуйня мешает. А мне вот интересно, на потоке есть люди с именем Саша, или тут только нормальные люди собрались? Нормальные все. Я всех Сашах поудалял и... как бы... Саши и были, да. Был один негативный, вечно мешал нормальным людям смотреть трансляцию, присутствовал каким-то образом. Да, потом просто оказалось то, что он оказался негативным персонажем, и Батуа его наказал. Он сказал, либо я, либо ты. Он сказал, давай драться. Он сказал, давай. И тот получил пи***ть от второго. И в итоге тот заплакал и купил. Ладно, похуй.
Где я умер-то, а? Он не должен был пропасть. Вот я не нашел вот эту вот кормушку муравьиную. Напротив нее лут должен быть. Где эта кормушка? Заткнись. Что? То есть читы мне нельзя использовать, да, категорически? А если я сделаю так, чтобы вы не увидели, использовать их буду, крысу? Харе. Тупить. Харе. Тупить. Что делать? Харе. Что? Тупить. Харе. Тупить. Харе. Я не пойду тупить в те туннели, я там заебался уже бегать. Тупить. Харе. Тупить. Да я не читы, какие нахуй читы. Я без читов играю. Нет, я просто мир новый создавал. Другой биом. Ну, дурацкий какой-то, деревьев нет. Ну ладно, это еще нормально, в принципе. Там вон деревья видно. Ну да, вот это прикольная локация. Да, это прикольная. Вы выбрали Майнкрафт в честном голосовании. То, как дед, я играю, вы а знали. Кто больше попуск? Дубадуб или Анатолий Попущенка мышак ебаный? Ой, Анатолий это вообще подкаблучник. Им баба манипулирует просто, это жесть. Прикинь, в Америке живет долб**, и деньги скидывает сюда, здесь, ей. А она верит ему, точнее он ей. Она говорит, слышишь, я тебя люблю. А он как скинет деньги, так она еще сильнее его любит. Пена! А? Давай не лезь туда. По сотке. Ой, по 500. Эти по 500. Из-за того, что я положил доски на пол, я ему поставить кровать на них, что ли? Почему? А. О, за***ись, кстати. А как сделать красиво? О! Смотрим. Все. И вот тут мы будем делать туннель. Есть такое понятие, как туннельное голодание чела. Это то понятие, когда человек хочет пойти в туннель, но туннеля рядом нет. Это называется туннельное голодание. Чё, блядь? Есть такое. Твои рассказы про женщин, это, конечно, очень интересно, согласен. Но нахуй ты положил нажимные плиты на пол, которые используют для механизмов? Ты реально тупик или тебе ляпаснуть поздательничек? Я думаю, хуйня дверь открывается, когда я хожу. Думаю, как линолеум, типа, или как, понял, ламинат. А оказывается, хожу, у меня дверь открывается. О! Ну? Опа! Опа! Вот и все, родной. Так, вот здесь у нас 2000, 2 стоит. Потому что прямо возле кровати. Я так понимаю, ты не хочешь вникать в серьезный разговор, да? То есть до тебя табличку убил. Ну, она все равно мимолетная. Го. Поздно, табличка умерла. А, братан, базары древние. Спасибо, спасибо, уборщик Путина, братан. Спасибо, родной. А у входа ты поставил плиту, чтобы крипер ночью открыл дверь и взорвал тебя? Исправил ситуацию. То есть, получается, чел спит. То есть, получается, это кровать уборщика Путина. Чел спит в землянке? И что, не платят, что ли? Тихо! Смотри, как уютненько. Смотря. Видишь, как уютненько, братишка? Все, это Верхоласка у меня. Это Верхоласка. А это Нижневартовск. Не нужно, если бы, да как бы. Ладно, дед, вот ситуация. У друга жена ебется с другим мужиком. С рокером. И вроде он знает об этом. Рокером. Жалко, парня сидит целыми днями в гараже у себя. Философствует перед монитором.
пока она скачет на члене другого. А чё жалеть-то его? Чего жалеть? Он посидит себе, посидит, налутает. Пойдет потрахается. Пивка выпьет. Чего жалеть-то? Он живет и отдыхает. Он живет так, как он хочет жить. Ему это в кайф. Чего жалеть-то? Спрашивает сын маму. Мама, мама, почему меня в школе называют крип? А мама говорит, а ты не будь крипом. Ты будь бомберменом. Он говорит, в смысле? Он говорит, мама говорит ему, сынок, если ты играешь в Майнкрафт, то ты долб, кем бы ты ни был. Он такой, мама, ну я люблю Майнкрафт. А мама его такая, сынок, я твою папу тоже любила. Где он сейчас? Сынок отвечает, с крипом? Мама говорит, нет, с бомберменом. Чего, блядь? Я пожелаю Мурена. Так, что я сейчас хочу? Я сейчас хочу просто еды сделать себе. Я сделал себе металлическую амуницию, да, меч металлический, железный, и кирку. И пошел вниз добывать алмаз. Дед Хай, а согласись, Хай, что самое лучшее мужское имя — это Валера. Есть такое. Это по факту. Денчик, Валера, да. Дензел, Диса, Динзел, Динь-Динь, Динька, Дэн-Допало, Дэн-Динь, Динь-Диндя. Кримпай, крип, то есть. Фу, так ты шой. Та ты шуля. Нормальный такой, знаешь, припудрик. Чё морок? Ой, блядь. Мама, только не умирай. Не умирай. Получается, Олька любят, а ты не. Да нет! Да блядь! Сука! Я опять потерял все! Скажи, пожалуйста, как ты относишься к 6.3 и... О боже, сука! Алмазы уронил в огонь! Сука! Умер как женщина, сражался как мужчина. Боже, как же грустно и печально осознавать то, что алмазы сгорели прямо на глазах моих. О боже. Сколько я их нафармил. Их же просто было много. И все мои, и все сгорели. Господи, за что мне это? Скажи мне, брат. Я здесь, ты там. Почему мы с тобой так разно думаем об этом? Почему наши мнения не сходятся? Мне они нужны были, понимаешь? Не понимаешь. Мне грустно.